Убил бабушку из-за 165 рублей. Жителя Викуловского района Николая Тропина приговорили сегодня к 17 годам строгого режима. Он убил топором 80-летнюю женщину, похитив у нее из дома бутылку водки и пачку сигарет общей стоимостью 165 рублей. Как пояснил подсудимый, поводом для убийства стало то, что бабушка якобы продавала односельчанам некачественный алкоголь. Сам Тропин, кстати, тоже его пил и был должен своей жертве 6000 рублей. В день убийства пожилая женщина и ее муж как раз получили пенсию около 40 тысяч на двоих. Она прожила очень большую длинную жизнь. Она родилась в 1936 году. Она выжила в военные годы, она выжила в послевоенные годы. Трудилась постоянно и, конечно же, заработала свою пенсию. Подсудимый в свои 27 лет нигде не работал. После убийства он обыскал дом жертвы в поисках денег. Позже выяснилось, что в шкафу бабушка хранила 600 тысяч рублей. Их Тропин не нашел.